Всем большой приветик! Сегодня 23 июля 2021 год. Мы находимся в Сочи Парк Отеле, Олимпийский парк. Смотрите, какая погода. Идет дождь. Ночью был очень сильный ливень, гром, молния. Но все равно люди идут в столовую. Сейчас 9 утра, время завтрака. На море очень сильный шторм. Купаться запрещено. Все пляжи в Сочи закрыты. Ну, смотрю, люди в бассейнах купаются. И в этом бассейне. Он тоже, наверное, есть люди, да, любит. Вот такая погодка на сегодня. Дождик полил еще сильнее. Немного переждем и пойдем в столовую. Может быть, даже и поедем. Но здесь, конечно, дождь такой. Если уже пошел, полил, значит, на весь день. Мы уже будем собираться потихонечку. У нас сегодня поезд. Поезд у нас вечером. Нам еще нужно будет доехать до Адлера, до вокзала. Приехали в жару, в пекло, а уезжаем в ливень. Все, буду потихонечку собираться, собирать сумки. Уже собираю сумки, вещи складываю. Все, всем пока-пока. Смотрите, какой идет дождь, ливень. А люди все равно купаются. Классно. Сильный дождь. Наш папа пошел купаться. Вот уже и солнышко выглянуло. Вот такая погодка в Олимпийском парке. Витя! Классно, теплая водичка. Вода в бассейне очень теплая. Я сейчас тоже пойду купаться. Идет дождь, светит солнышко, и люди купаются. Классно. Папа уже наш выходит, накупался. Хорошая вода. Я сейчас тоже пойду купаться.
Ну все, мы сдали наши сумки, багажное отделение, багаж. Всем привет! Сейчас пойдем на море прогуляемся, посмотрим. Сегодня, если что, 23 июля 2021 года. Да. Пятница. Да. Потом мы сходим в столовую, покушаем. Сочи парк. Сочи парк. Мы уже тут гуляли. Я была с бабушкой, с дедушкой. Какой красивый вид. Посмотрите, какие горы. Все, нам выдали номерочки, да, по которым будем заходить, выходить из отеля. Теперь карточки мы уже сдаем, номер уже освобожден. Все, побежали? Побежали. Сейчас едем в электричке до Адлера, а там мы сядем на поезд и поедем в Ростов. Вот такой вид из окна. Давно в электричке, да, мы ездили? Да. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и не забывайте свои вещи в вагоне. Для открытия двери вашего вагона вам следует после полной остановки поезда нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленого цвета. Dear passengers, be sure to take all of your personal items with you. To open the door of your carriage, you should wait until the train stops completely and press the green button. Мы прибываем на станцию Олимпийская деревня. We are arriving at Олимпийская деревня. Олимпийская деревня. Олимпийская деревня. Какое небо, да? Все черное. Станция Олимпийская деревня. Следующая остановка Адлер. Station. Олимпийская деревня. The next stop will be Адлер. Да. Следующая наша. Посадка окончена, поезд отправляется. Следующая остановка Адлер. Следующая Адлер. The train is now leaving the station. The next stop will be Adler. Мы выходим в Адлере. Так.
Ну все, мы уже приехали в Адлер. Вот наш поезд. Поехали. Мы уже в Адлере. Вот стоит наш поезд. 638-й. Адлер Ростов. Ну что, мы уже в поезде. Да. Наши места. Так, окошко закрывайте, пожалуйста, кондиционер. Окошко закрываем. Вагон идет почти что пустой, нас очень мало. Ну, будут подсаживаться, да, в Лазаревском, Псы, Костя, да. Посмотрите, дождик идет, да? Да, дождь пошел. Угу. Дождь пошел. Пока море. Морюшка, пока. О, 20:10. Ну, 24 минуты можем выйти. Постоянно. Да? 24 минуты. Мы еще приедем. Вот такой шторм. Вовремя мы домой, да, Алёна? Все перекрыто. Все перекрыто, никто не купается. Смотрите, какие волны. Еще сильнее. Вот это шторм. Посмотрите, я такого шторма давно не видела. Посмотрите, какой шторм красивый. Это да. Владик, смотри, какой шторм. Хорошо, спасибо. Что творится? Да, это да, какой шторм. А где смерч? Нет, не нет. Уже нет. Закончился. Смотри. Как он может? Мы сейчас приехали в Лоу. Смотрите, какой льет ливень. Это просто ужас. Даже в Олимпийском парке такого не было, да, ведь? Очень сильный ливень. Смотрите, что вообще творится. Алло, привет, привет. Ужас, конечно. В Лоу стоим 25 минут. Да, 25 минут. Дождь льет, как из ведра. Очень сильный ливень. Да, ливень, очень прям вот ливень льет, мы стоим. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.